доброта, нежность, ласка и забота – это проявление внутренней силы, а не слабости. Не позволяйте плохим мыслям воровать у вас радость. Наполняйте свой разум Божьим Словом. Ты говоришь: «Я не могу понять, куда идти». Бог отвечает: «Я поведу тебя». Ты можешь прожить всю жизнь и ни разу не вспомнить о Боге, но не проходит ни одного дня, чтобы Он не думал о тебе. Учитесь радоваться без алкоголя, мечтать без наркотиков, общаться без сигарет. Посмотри на часы. Стрелки бегут только вперед. А знаешь почему? Потому что прошлое уже не имеет никакого значения. Умение прощать – не демонстрация слабости, а понимание того, что мы тоже не идеальны. Не всегда просит прощения тот, кто виноват. Просит прощения тот, кто дорожит отношениями. Друг – это тот, кто знает твое прошлое, верит в твое будущее и принимает тебя таким, какой ты есть в настоящем. Доброе утро, мой драгоценный друг!